Дерзкая челка, сменившую образ Лорак, захвалили. Певица внезапно поменяла образ. Ани Лорак выстригла челку и покрасила волосы. В личном Инстаграм знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре артистка позирует в шелковой блузке с необычным принтом и черной кожаной юбке. Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку. С маленького шага начинается дорога, с улыбки начинается состояние счастья. Хорошего, теплого дня, отметила вокалистка. Поклонники остались довольны, а Ани Лорак осыпали комплиментами. Кто-то удивленно отметил, что такая несущественная деталь, как челка, сделала звезду моложе и менее узнаваемой. Божишь, как красиво. О, блузочка в сапожек, прикольно. Очень красивый образ. Я вас не узнала. Самое прекрасное, самое лучшее. Какая краска? С ума сойти. Подскажите, пожалуйста, цвет волос, это какой? Какая краска? Писали пользователи сети. Публикация фотографий из Инстаграм. Напомним, не так давно 41-летняя Ани Лорак заявила, что смогла обрести женское счастье. Однако под венец она пока не собирается. По словам артистки, расставание с супругом Муратом Молчаджоглу было настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Знаменитость добавила, что ее молодой человек, 27-летний продюсер лейбла Blade Star Егор Глеб, придерживается таких же взглядов на жизнь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Нежащуюся на коленях Виторгана Ненидзе облизали с головы до ног. Одно лицо, помолодевшую Собчак перепутали с Барановским. Знаменитая певица показала новорожденную дочь во всей красе. Избитая Бузова пожаловалась в полицию на Тарасова. Вкусняшки и котик. Савельева утерла нос диетологом. И многое другое.